Привет, меня зовут Мишель. И сегодня я снимаю, пожалуй, наверное, самое долгожданное видео на моем канале. Реакция на видео моих подписчиков в мюзикле. Я выложила пост у себя на страничке в Инстаграме, где попросила вас написать свои ники в мюзикле. И знаете что? Там более 500 комментариев. 500 комментариев, Карл, серьезно? Я надеюсь, что вы все прекрасно понимаете, что чисто физически я не смогу вас всех показать в этом видео. Но есть и хорошая новость. Такая рубрика будет выходить часто на моем канале, потому что я знаю, что она вам нравится. Ну а сегодня я вам покажу те аккаунты, которые мне действительно понравились и зацепили. Ой, если честно, мне даже страшно читать комментарии. Ну ладно, с Богом. Лицо. Смотри, я тебе посоветую не снимать в постели, потому что освещение, ну, такое себе. Я сама себя недавно поймала на том, что я снимаю при ужасном освещении. Ну, а если сейчас зайти на мою страничку в мюзикле, я изменилась, честно. Поделиться своими бровями. Серьезно, у меня комплексы появляются. У тебя очень круто получаются все вот эти вот переходы. Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню, и ты же мы ему не сон, и набираю. Девушка, а вы случайно родители не террорист? И каждый рэпер лает, что в группу они лезут на YouTube. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать потом. И каждый рэпер... Господи, давайте просто признаем то, что под песню Джарахова все клипы в мюзикле шикарные. When there's a hope, it's waiting for you in the dark. Если я не ошибаюсь, то мы с тобой учимся в одной школе. У тебя очень милые клипы в мюзикле. У тебя всего 3 клипа в мюзикле, и зря у тебя классно получается, снимай дальше. А еще у тебя классный бомбер. Какое залипающее видео. Ты знаешь, мне кажется, мы где-то с тобой встречались. Не в Праге случайно? Покажи мне больше своя дикая страсти. Дай мне больше счастья в твоем нежном взгляде. Вся твоя одежда где-то под кроватью. Блин, у тебя крутые видео, и мне кажется, что ты заслужила больше подписчиков, чем умеешь. Боже, какая позитивная песня. И у тебя тут, кстати, написано, что у тебя был день рождения в тот день, поэтому с прошедшим днем рождения. Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому ее не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет. Ты знаешь, что-то мне подсказывает, что с тобой мы тоже где-то пересекались. И ты даже была в предыдущей части реакции на мюзикле подписчиков. А это может значить только одно, что у тебя очень крутые видосы. Устала я и устал мой телефон. На нем 1%, поэтому, пожалуй, придется подводить итоги этого видео. К сожалению, я показала далеко не всех. И как я сказала в начале видео, пожалуйста, не расстраивайтесь. Таких видео еще будет много, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм и ждите пост. Не забывайте о том, что 20 и 21 мая я буду в Киеве на фестивале видео «Жара», поэтому все приходите, будем с вами общаться и фоткаться. Ну а я вас всех очень сильно люблю. Пока!